Юниорская сборная России по мини-футболу пробилась в финальную стадию первого в истории чемпионата Европы для игроков не старше 19 лет. В квалификации, прошедшей в подмосковном Щелкове, команда Константина Маевского разгромила всех своих соперников. Белоруссию, Грецию и Чехию с общим счетом 19-0. В заключительном матче 7 пробоин получила чешская оборона. Добавлю, что титул будет разыгран предстоящей осенью в Риге. Что касается того, что не пропустили, действительно, это очень здорово. Мы еще перед турниром разговаривали о том, что если команда не пропускает, то она с очень большой долей вероятности выигрывает. Вот. Поэтому в этом компоненте мы действительно отработали очень дисциплинированно. И даже в матчах, где, в общем-то, наверное, счет уже в концовке позволял как-то сыграть с большой долей риска, я просил как раз подумать ребят о вратаре, который именно хочет в этом компоненте быть успешным и не хочет пропускать.